Setting sail always brings at least a little drama. This time, it's a power failure. Работает, нет? Она работает чуть зависаниями, не плавно. Ну, выключили, заново включили. Обе стоп, пока не включили новость. Вышли в море, да. Обесточился корабль. Поломался передатчик у связистов. Вообще надо всю технику выключать, когда это сам вырубается. Что, не знали, что ли? Ее надо выключать, когда корабль обесточился. Когда питание подают, чтобы оно не сгорело ничего. Чего мне рассказывать какие-то сказки? Вся включенная техника выключается. Все выключается, потому что когда подается питание потом, когда запускается дизель, там не факт, что будет та сила тока, которая должна быть. Выгорают предохранители, передатчики и так далее. Все выключается, тумблер выключить. Внимание, личный состав корабля. Сегодня корабль вышел в Балтийское море, район Гданьского залива, с целью межбазового перехода в город Санкт-Петербург. Море ожидается штормовым. Выход на верхнюю палубу. Разрешение вахтного офицера. Командир корабля. The first challenge is over. And the Сабразитани reaches the open sea. First mate Pavel Golubev aboard the Magnitogorsk is an expert on almost all the submarine systems. Today, though, he has to deal with some less advanced technology. Товарищ старший помощник, да. Вот по вахте передали ручку. Хорошо, так вкручиваю, давай есть. Быстрее. Ручку вам передали. Три дня уже за эту ручку. Юра, ты понимаешь, что я уже три дня переворачиваюсь во сне, когда про эту ручку слышу? Пусть аккуратнее только смотри. Не сломай ничего. Все. Затянул. Готово. Нормально прикрутил? Да-да. Все, давай, занимайся. Есть. Некоторые люди живут по принципу, если дело стоящее, оно само сделается. Да? А если не стоящее, делать не надо. Надо делать все. Мелочей на флоте не бывает. The Magnitogorsk will weigh anchor tomorrow. And Pavel plans to spend his last evening before setting sail with his wife. Soon they'll be separated by several days at sea. Привет! Ого, а ты откуда такой? Да я в Калининград ездил. Pavel and Vlado were childhood sweethearts, and she's always followed him to the ends of the earth. И мы играем, естественно, свадьбу. Вот, и через буквально дня три после этой свадьбы он уезжает в эту командировку. Я остаюсь одна. У меня жена, как настоящая жена офицера, собрала чемоданчик и поехала. Надо ехать в Магадан, поедем в Магадан. На новую землю, значит, на новую землю. И вот я тогда, да, собралась и перелетела сюда. В честь какого праздника, простите? Да, рубашку себе новую купил. В честь новой рубашки? Незаметно, да, в честь новой рубашки сегодня. Да ты что, ничего себе. Когда он приходит со службы домой, естественно, он особо ничем не делится. Как на работе? Нормально все на работе, служим. Да? Да. Скоро в море опять. Ага. Все, да. Готово. Открываю. Залп. Аккуратно. Вот, три. Есть на корабле одно единственное место. У каждого офицера такая вот компания. Где вот о работе никто старается не разговаривать никогда практически. То же самое и дома. Все, что происходит на службе, оно происходит на службе. Все, что происходит дома, оно должно оставаться дома. Давайте в аренду с Крюком сдам. Меня не надо. А что? Никому в аренду. Потому что мне нужно на работу. Ну, научишь хоть готовить нормально. На свою работу надо. На свою работу надо? Не да, надо тебе на свою работу. Я уже просто поела. Слушай, а мне вот тут с моей работы звонили. Все, меня ждут как бы. Меня ну, дети что? Ждут, у меня коллектив же. Не шутки. Ну, Паш, все-таки. Да, я поеду на работу. Мне просто что начальству сказать? Скажи, что тебя вот продолжает. Угу. Угу. Я работаю педагогом, у меня вокруг всегда дети. На работу меня зовут обратно. У меня там свой коллектив. Дети, естественно, приехали с отпусков, ждут, когда я вернусь. Директор тоже спрашивает, очень интересуется. Все прекрасно понимают, что жены военных – это непредсказуемо. То есть, куда их направят, никто не знает. When Pavel was posted to the Baltic Sea, Vlada took unpaid leave.
Waiting for your husband in a rented apartment is hard, even for an officer's wife. And she desperately wants to go back home to the north, to her old friends, her parents, and to a job. But Pavel won't hear of it. Я тебе тут не могу сидеть постоянно у окошка ждать. Девчонки все уехали. Тоже домой. У кого дети, там всех в школу, в детский сад. Дети чувствуешь, ключевой момент сейчас прозвучал. Ну, так это тебе надо стараться. Как это? Моя небольшая на этот момент семья. Это крепкий тыл, который меня всегда поддержит в любых моих начинаниях. Дети пока это планируемое мероприятие, которое, я надеюсь, в очень ближайшем будущем осуществится. Давай, за детей. Ну, да. Паш, давай тогда ты позвонишь моему директору и все ей объяснишь, потому что я уже устала с ней разговаривать. Жена должна быть рядом с мужем. Ну, о детях надо думать. Угу. А не о работе с другими детьми. Все? Да. Давай, ладно, я пока здесь, а ты иди отдыхай. The initiation rite for Baltic Fleet sailors is almost sacred. Each one is baptized with seawater on his first voyage, and the captain's first mate, who's in charge of personnel, takes charge of the ceremony. Итак, товарищи, настоящим удостоверяются, что матрос Куртис Александр Дмитриевич. Выйти из строя, ко мне. Разворачиваюсь к строю. Испив чашу воды морской, прошел посвящение и торжественно принят в братство моряков. Он обязан свято хранить и приумножать славные традиции братства, с гордостью и мужеством защищать интересы Отечества на просторах Мирового океана, с честью нести почетное звание моряка военно-морского флота России через всю свою жизнь. Данный факт засвидетельствован экипажем корвета «Сообразительный». Данная традиция проходит на всех кораблях в первых походах. Прошу, кюсь снимайте. Начиная с моряков, заканчивая, ну, уже, так сказать, младшими офицерскими чинами, тоже соблюдает эту традицию и, так сказать, пьет морскую воду. Не спеша, понял? Не проливая, понял? Фуражка с ними слетит. Все, разворачиваешься к строю. После того, как выпиваешь, громко кричишь: «Мама, я моряк», понял? Давай. Tradition dictates that the water comes straight from the sea, and sailors must drink about a liter. Мама, я моряк! Поздравляю! Давайте сюда. In Soviet times, new seamen kissed a swinging hammer, too, to prove that they could cope with pitching and rolling at sea. But these days, that's all in the past. Матрос Мухин! Дмитрий Юрьевич, выйти из строя! Моряк. Поздравляю. Вручаю удостоверение. Мама, я моряк. Поздравляю. Крепкого флотского здоровья, 7 футов под килем. Встать в строй. Вольно разойдись. Прошло мини-посвящение в моряки, балтийцы. Теперь каждый из них обязан свято хранить, приумножать все традиции Балтийского флота.